каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения для Беларуси стоимости нефти за счет уменьшения таможенной пошлины, платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, на сегодняшний день не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно. То, что наши партнеры не хотят на сегодняшний день пока пододвигаться по размеру этой премии, кроме компании Михаила Гуцериева, тоже понятно. Так что идет на сегодняшний день переговорный процесс. Мы всем разослали свои предложения. Считаем, что все-таки белорусский рынок, в любом случае от него просто так отмахнуться очень сложно. Мы являемся крупным потребителем российской нефти. Это примерно 10% российского экспорта. Поэтому, конечно, переговоры будут продолжаться. И я надеюсь, все-таки решение будет найдено. Альтернативные поставки отрабатываются. Все возможные варианты на сегодняшний день находятся в работе. Абсолютно все страны. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все службы коммерческие наших заводов, белорусской нефтяной компании, находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Я думаю, что здесь скоро мы тоже получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, конкретных объемов.